Доброе утро. На связи Сергей Нежданов, преподаватель йоги и медитации. Садимся удобно. Начнем с положения сидя. Подождем немножечко подключений. Традиционно буквально минутку-две. И посидим в тишине, используем время с пользой всегда. И вот часто слышу, вот я теряю время, я вот мне не хватает времени, я время, время, время. Вот, появилась минутка, ну ждете кого-то там в пробке, еще где-то. Понаслаждайтесь собой, своими ощущениями, своим телом, своими мыслями, чувствами. То есть у нас телесная осознанность, такая сенсорная, да, вот мы чувствуем тело. В общем-то, мы на этом и зависаем в первое время, возможно, продолжительное время. Учимся чувствовать тело, договариваться с телом. Есть такие интересные книги. Вот Лиз Бурбо писала «Твое тело говорит». И каждая там, ну там болячки всякие рассматриваются. Болячки – это уже тело кричит. Твое тело кричит. А если вот эту тонкую сенсорику рассмотреть, то мы вот этот тонкий рисунок линии натяжения, напряжения можем считывать. Каждый момент времени вот зашел какой-то человек, оп, считали ощущения. Пошло взаимоотношение, считали. Мысль пришла, считали. Как мысль, чувство, тело. Мысль, эмоция, тело. Мысль, эмоция, тело. Вот эту цепочку. Помним, что любая маломальская мысль отражается в теле. Попробуйте сейчас расслабиться, улыбнуться всем телом и поблагодарить свое тело за то, что оно у нас есть. Вот такое, как есть. И вот взращивая мудрость, мы можем вот, получать удовольствие, благодарить свое тело за то, что оно у нас есть. Но если у нас мы видим, что что-то в теле не устраивает, все это все равно временно, но, допустим, не устраивает, мы можем, проявляя мудрость, принять решение, взращивать какие-то новые телесные качества. Выносливость, силу, гибкость. Давайте еще чувствуем четыре составляющих для быстрой настройки. Напоминаю для тех, кто новенький, кто не был на медитациях. Первое – это вес тела чувствуем, точки опоры. У нас как бы стекает вес тела вниз. Второе. Легкий верх. Голова как воздушный шарик. Можно покачаться, как будто на ниточке голова. Покачаться, повращаться, но не специально, а почувствуйте, что вот эта вот энергия двигается. Закручиваются вихри. Позвоночник третье. На вдохе можно по позвоночнику двигаться вверх вместе с потоком, восходящим туда вот вверх. На выдохе вниз с нисходящим потоком. Как бы выстраивая, выравнивая все энергетические центры, двигаясь по позвоночнику вверх и вниз. Да? И теперь четвертое – это дыхание. Да? Мы подключаем ко всему этому дыхание. И давайте подышим нижним энергетическим центром. Мула Дхарой.
Промежность, можно чуть-чуть ее так поджимать, отпускать. Поджимать, отпускать. На вдохе мы ее в тонус ввели. Вот мышцы промежности, тазовая диафрагма, включая анус, сфинктер ануса и мочеполовых органов, органов мочеиспускания, мочеполовую систему, сфинктеры. Мы так хоп, отпустили. У женщин мышцы влагалища, оп, отпустили. Простимулировали. Вдох, выдох. Теперь выше поднимаемся в центр таза. Свастистхана. Вот этот кундалини, центр, сексуальный центр. Резервуар, вот, в котором женщины накапливают энергию, они вот, как правило, сильнее, им надо вот эту энергию для вынашивания детей, это в матке, энергетический центр. У мужчин нет такого определенного места, это вот нижняя часть. Подышали центром таза, как бы раздувая его таким белым светом. Сдвигайте так, вдох, выдох, прочищая. Дальше, вот в район солнечного сплетения, манипура. Здесь можно чуть акцентирование дышать животом. Вдох, выдох. Больше сейчас внимания в работу, но уже включаем дыхание диафрагмой. Диафрагмальное дыхание, оно не выключаться должно. Мы его тренируем постоянно. Это 40, это 70-75% наших дыхательных мышц, диафрагма. Дальше поднимаемся. Сердечный центр. Анахата. Дышим. Чувствуем, как там разжигается огонь. На вдохе мы туда свет белый пускаем. На выдохе, как бы выжимаем оттуда лишнее. Вдох, выдох, подышали. Вишудха, горловой центр. То, что мы вот обычно, я говорю, Джаладхара Бандха, горловой замок, это вот такое небольшое вот такое движение, уже включается здесь замок. Вот тут. Подышали вишудхой. Наш речевой аппарат в том числе. Ну и можно понаблюдать те, у кого часто болит горло. Возможно, это что-то невысказанное. Это опять же лист бурбо, да? Твое тело говорит. Что-то так стрёмно говорить. Правду какую-то, может быть, неправду. Много связано вот именно с речевым центром, с вербальным. Дальше поднимаемся. Центр головы. Подышали сахасрарой. Или, извиняюсь за выражение, конечно, да? Или центром головы. То есть вдох, выдох. Наш вычислительный центр. Центр управления. Прочистили. И ушли к макушке. Макушке. Вот мы прошли с вниманием по основным, ну, принятым в йоге энергетическим центрам. Когда мы делаем втягивание живота, тема у нас, да, втягивание живота. Мы втягиваем живот, делаем выдох, удияна, да, поднятие, удияна, поднимаем, поднимаем. Диафрагму и вот все, что здесь у нас. Пупок идет, как Хиранда Самхите, вот то, что я писал. Пупок идет к спине.
автоматически поджимается вишудха, центр вишудхи, горловой. Посмотрите. И подключается корневой замок. Вот фактически мы три основных центра задействуем. Наш центр воли, речь и основа наша, корень, корневой, мула. Попробуйте несколько раз. Прямо вот так сидя. Теперь мы подключаем к этому технику прочищения структур головы, капалабхати. Техника сейчас будет заключаться, вернее, упражнение будет заключаться в том, что мы будем сначала дышать капалабхати, потом делать глубокий вдох и не дышать, не включая горло, да, вот не дышать просто и не дышим. При этом поджимаем корневой замок, горловой и выталкиваем живот и удары банху. После этого мы выдыхаем и тройной замок держим. Такая традиционная йоговская техника. Очень традиционная. Кому трудно сидеть, садитесь на стул или на ножки вставайте. Сейчас пока техника сидя. Давайте капалабхати, прочистка структур головы. Выдохнули, вдохнули. Три замка. Отпустили, довдохнули, выдохнули, довыдохнули, опираемся на колени. На колени или на пол. Отпустили, сделали вдох, выдох, с руками сделали вдох, замочек толкнули вверх, выдох, вытянулись назад, вдох, вытянулись вперед, выдох. Наклонились, вдох, поднялись, выдох, вдох, руки вверх, выдох, толкнули замок, вдох, ручки потянули и с правой стороны опустили, выдох, вдох, посмотрели назад. Выдох. В другую сторону посмотрели, вдох. Выдох. Вернулись. Правый локоть вверх, вдох. Выдох. Левый локоть вверх, вдох. Выдох. Правая рука вверх. Выдох. Левая рука вверх.
Выдох. Как было, Катя? Мощность. Выдохнули полностью, вдох. Не дышим. Да, вдох. Давайте выдох со звуком Х. Тянули три замка. Хорошо, отпустили. Делали вдох. Уджая, дышим, выдох. Кончик языка на верхнем небе все время. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Проглаживаем. Встаем. Встаем. Очень много техник сидя, но так как у нас с вами, ну, у меня в том числе такой сидячий образ жизни, много сидим, за рулем сидим, там в самолете сидим, за столом сидим, там во время работы сидим, во время разговоров, там у телевизора, еще где-то все сидим, сидим, сидим. Поэтому давайте подвигаемся. Все-таки хочется, давайте разомнем вот эти важные мышцы, которые при сидении укорачиваются. Ну, мы на унитазах сидим, ребят. На унитазах сидим. В другую сторону. Хорошо. Правую ножку. Раз, два. От этого укорачиваются определенные мышцы в тазобедренных, вот вокруг тазобедренных суставов, задних поверхностей. В другую сторону груди. В другую сторону. Меняем направление. Шире ножки ставим. Присели. И теперь правой ногой большой вот такой шаг. Раз. Левый. Раз. Правый. Раз. Сейчас хорошо разомнемся. Левый. Раз. Правый. Раз. Левый. Два. Правый. Раз. Сейчас у нас положение сидя, в том числе, если мы
То есть мышцы настолько укорочены, что сидим вот с таким подвернутым, в таком подвернутом положении, с вытащенной поясницей. То есть не вот так, да, а вот так. То есть мы сидим на ягодицах, ягодицы поджимают грушевидные мышцы, нервы, ноги начинают плохо иннервироваться. Поэтому дальше. Берем большой шар. И начинаем его крутить. Раз. В одну сторону. В другую сторону. Два. Полный круг. Вперед. Ой, в первую сторону. Вторую сторону. Шея тоже, голова. Разминаем весь позвоночник. В первую сторону. Вторую сторону. Первую сторону. Вдох. Выдох. А вторую сторону. Вдох. Выдох. Вверх. Вдох. Вниз. Выдох. Вверх. Вдох. Вниз. Выдох. Верно. Вниз, выдох. Локти в колени. Локти в колени. Голова ниже таза. Вспоминаем про тему. Брюшные манипуляции. Удьяна Банха. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох, голова ниже. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули. Вдох. Выдох. Тянули. Ладошками оттолкнулись от коленей. Повернулись в правую сторону, вверх, вдох. Выдох. В левую сторону, вдох. Выдох. Тянули живот. В правую сторону, вдох. Вытягиваем спинку, выдох. Тянули живот. В левую сторону, вдох. Выдох. Тянули живот. Давайте боком встану. Вот. Спина параллельно полу. Колени расталкиваем. Посмотрите. Право, вдох. Выдох. Тянули живот. Влево, вдох. Выдох. Тянули живот. Хорошо. Начинаем покачиваться. Право-влево. 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 Угу. Вытянули левую ножку. Раз. Вытянули правую. Два. Носочек на себя. Левую вытянули. Правую. Динамика. Вытянули. Можно руки внизу держать. Вытянули. Руки можно внизу держать вот так. Вытянули. Попробуйте руки так ставить, чтобы пяточка была все время на полу. Вот, пятка на полу. Раскрываем все. Разогреваем ножки. Ноги наши. Все. На левую ножку сели, правая вытянута. Вдох. Можно вот так. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох на левую, ой, на правую силе, левую вытянута, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, хорошо, выпрямляемся.
Ноги прямые. Давайте. Пирамида, поза звезды. А вдох. Вытянулись во в 5 сторон. Выдох, расслабились. Еще раз. В 6 сторон. Копчик вниз, макушка вверх. Толкнули ноги, толкнули руки. Вдох. Выдох. Расслабились. И еще вдох. Левая рука вниз, правая вверх. Выдох. Тянули живот. Поднялись вверх. Вдох. Вытянулись. Правая рука вниз, левая вверх. Поднялись вверх. Вдох. Левая рука к правой ноге. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Посерединке. Выдох. Тянули живот. Посмотрели вперед. Вдох. Посмотрели вниз. Выдох. Тянули живот. Посмотрели вперед. Вдох. Посмотрели вниз. Выдох. Повисли. Тянули живот. Смотрим вперед. Смотрим назад. Тянули живот. Еще раз. Вперед с руками. Вдох. Посмотрели вперед. Выдох с руками. Назад. Выдох. Тянули живот. Вперед. Вдох. Назад. Выдох. Тянули живот. Вперед, вдох. Назад, выдох. Тянули живот. Хорошо. Давайте сядем вот в такую позу. Позу ворона. Ноги ширина коврика. Или поуже. Ручками расталкиваем таз. Ой, расталкиваем колени. Дышим, вдох. Выдох. Втягиваем живот. Вдох. Выдох. Втягиваем живот. Вдох. Выдох. Втягиваем живот. Ладошки перед собой. Вдох. Теперь выпрямляем ноги и втягиваем живот. Выдох. Тянули живот. Опустились. Вдох. Поднялись. Выдох. Тянули живот. Опустились, вдох. Подняли свой, да? Тянули живот. Вниз, вдох. Вверх, выдох. Тянули живот. Вниз, вверх. Выдох, поднялись. Тянули живот. Хорошо. Потянулись. Ножки вместе, потянулись вперед. Вдох. Посмотрели вперед. Выдох. Посмотрели назад, пальцы назад. Сгибаем ножки так, чтобы можно было животом чувствовать бедра. И втягиваем живот. Вперед, вдох. Назад, выдох. Тянули живот. Вперед, вдох. Назад, выдох. Тянули. Вперед, вдох. Назад, выдох. Тянули. Пальцы под плечи, вдох.
Вытянулись вниз, выдох. И висим. На носочках встали, вдох. На пятках выдох, носочки на себя. На носочках. На пятках. Носочки. Пятки. Носочки. Добавляем Удьяна Банхаву. Выдох. Кинули живот. Носочки. Пятки. Кинули живот. Хорошо. Отшагнули собаку головой вниз. Вытянулись. Шесть втягиваний живота с прогибами. Выдох. Посмотрели вперед. Выдох, посмотрели назад. Кинули живот. Вдох. Выдох. Подбородок на грудную клетку. Кинули живот. Вдох. Выдох. Кинули живот. Вдох. Четыре. Выдох. Кинули живот. Теперь зависли после вдоха, после выдоха. И Агнисара Дхаути делаем. Выдох. Кинули живот. Агнисара Дхаути. Выдох. Вперед. Выдох. Агнисара Дхаути. Хорошо. Оттолкнулись руками хорошо от пола. Вдох. Вытянули плечики и согнули плечи, локти, выдох, коснулись головой. Вдох. Выпрямили. Коснулись головой. Выдох. Вдох. Коснулись, выдох. Вдох, выпрямили. Коснулись, выдох. Вдох. Вытянулись. Выдох. Втянули живот. Левая нога вверх. Вдох. Шаг вперед. Выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Ребро на бедрышко. Выдох. Я же вдох. Выдох. Еще вдох. Ребро на бедре. Правая рука за колено. Выдох. Скрутились. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Правая прямая. Выдох. Хорошо. Левая рука внизу. Правая пятка в пол. Правая рука вверх. Вдох. Выдох. Над головой вытянулись. Вдох. Выдох. Хорошо. Планка. Вдох. Опускаемся на 8 точек. Выдох. Тянули живот. Кобра. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Тянули живот. Левая нога вверх. Вдох. Шаг вперед. Выдох. Тянули живот. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Ребрышко на бедро. Вдох. Пяткой назад тянемся, пальчиками вперед. Выдох. Вдох. Левая рука за колено. Выдох. Ладошки вместе. Вдох. Выдох. Вдох.
Выдох. Правая рука вниз. Левая пятка в пол. Левая рука вверх. Вдох. Посмотрели вверх. Выдох. И смотрим вверх. Рука над головой. Вдох. Выдох. Вдох. Хорошо. Выдох. Планка. В планке 10 вытягиваний вправо-влево с чатурангой. Начинаем отсюда. Вдох. Выдох. Поднялись вверх. Вдох. Левая рука вверх. Выдох вниз. Можно с коленей. Правая рука вверх. Вдох. Выдох вниз. Чатуранга. Данда асана. И на правую руку. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Четыре. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Пять. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Шесть. Вдох. Таз вверх. Давайте вот так сделаем. Выдох. Вдох. Выдох. Семь. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще два. Восемь. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Девять. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще раз. Раз. Выдох. Два. Выдох. Планка. Вдох. Выдох. Колени, грудная клетка. Вдох. Вниз. Подбородок. Выдох. Кобра. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Тяну живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Посмотрели вперед. Шагнули двумя ногами. Вдох. Наклон, выдох. Руки через стол вверх. Вдох. Выдох. Отлично. Восстанавливаем дыхание. Уджая Вьяяма. Дышим. Уджая. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули. Прогиб. Вдох. Выдох. Тянули. Выдох. Выдох. Тянули. Вдох. Со.
Помним, да? Звук. Выдох. Хам. Тянули. На вдох. Выдох. Подвигали животом втянутым. Теперь каждый раз Агнисара Трауте. Руки в стороны и ладошками вверх. Вдох. Выдох. Отпускаем. Тянули. Вдох. Выдох. Тянули. И еще вдох. Стоим, дышим. Так, проверим время. Ух, как время-то. А время очень быстро кончается. Так, немножко ширина таза. Доразомнем шею. Правое ухо вверх, посмотрели наверх. Левое ухо вверх, посмотрели наверх. Пусть дыхание дальше восстанавливается. Хорошо. Теперь правое ухо вверх, посмотрели вниз. Меняем направление движения вот этой восьмерки. И по восьмерке двигаемся приятно. С такими похрустываниями двигаемся. Так, вниз. Да. Значит, много солнца очень. Занавесок там жалюзи нет, контраст появляется. Хорошо, теперь киваем. Кошка лежит, шерстка у нас. Два, три. Весь позвоночник. Смотрите, весь позвоночник. В другую сторону. Меняем направление. Обратите внимание, назад. 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 Левое плечо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В обратную сторону. Пять, шесть. Правое плечо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В обратную. Раз, два, три, четыре. 5, 6. По кругу. Раз. Ох. Очень много должно быть ощущений. Два. Аккуратненько. Нужно помедленнее. 3. Внимание все время в этих ощущениях. Раз. Тем самым мы значительно увеличиваем эффект от занятия, если мы уходим от привычной мыслительной болтанки к ощущениям. Приучаемся к тому, что у нас есть тело, у нас есть чувства, у нас есть эмоции, у нас есть ум. Это все просто разные функции. По некоторым данным, ум вообще... Ладно, не буду говорить там, ну, как Кастанеда, в двух словах Кастанеда описывал, это как вообще не органику, которая прилепилась и
Управляет, управляет. Вот понаблюдайте, как ум управляет. Так. И заминочку сделаем. Садимся на таз. Руки сзади. Такая традиционная, она мне очень нравится. Мы таз поднимаем вверх, пол у стола. Вдох. Выдох, таз между ладошек, колени. Голова к коленям. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Заметьте, пятки не передвигаю. Вдох. Вверх. Выдох. Таз назад. Смотрите, как хорошо таз посерединке. Ножки в одну сторону положили, в другую сторону положили. Еще шире ноги. Вот так, чтобы, ага, чтобы колено ложилось в одну сторону, в другую сторону. В одну сторону, в другую сторону. Хорошо, сейчас к этому вернемся. Таз вверх и таз к пяткам. Вот тут плечики. Потянули плечи, колени вместе. Голова на грудную клетку. И здесь можно повтягивать живот. Выдох. Тянули. Не втягивается, да? Да. Все равно двигаем животом. Выдох. А не втягивается, потому что диафрагма натянута. Хорошо, садимся. Положение сидя, ладошки перед грудью. Вот я еще хотел с вами такое упражнение сделать, оно мне очень нравится. Мы толкаем ладошку в ладошку, делаем вдох. Сильно толкаем, такой шаолинь. Выдох. В левую сторону толкаем, вдох. Все время натяжение. Выдох. В правую сторону, вдох. Не сбавляем напряжение. Выдох. Вверх, вдох. Возле головы оставили, выдох. На макушку положили, вдох. Все время толкаем, выдох. Вытянули, вдох. Опустили вниз вот таким образом. Выдох. Толкаем ладонь в ладонь. Вверх, вдох. Толкаем. Опустили вниз. Выдох. Согнули локти. Развернули пальцы вперед. Вдох. Толкаем. Выдох. Расслабили. Все расслабили. Кайф. То есть это называется постизометрическое расслабление. Мы хорошо прокачали статикой, вернее, напряженной динамикой, а потом отпустили. Хорошо. И на завасане мы, как завершающий этап, ножки вытянули. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Лодочка. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Опустили ноги. Руки вверх потянулись. Вдох. Голова и руки тянем. Тянем. Вдох. Выдох. Вдох. Опускаемся, руки остаются, ноги поднимаются, стряхиваемся. Очень хорошо трясем мышцами, пальцами ног, рук, кистями, ступнями. Очень хорошо, так, чтобы все расслаблялось. Лицо расслабляется. Встряхиваем капиллярчики,
Капиллярное встряхивание. Еще сильнее. Омолаживающие процедуры. Несколько раз в день вот так делаете. По минуте несколько раз в день. У нас будет венозный приток. Высвобождается сердечная деятельность немножечко. Облегчается, потому что мы позволяем венозной крови стекать, встряхивать и улучшаться капиллярному руслу. В ногах, в руках. Остановились. Почувствовали разницу. Руки в стороны, перекрестили ноги. Правая сверху, левая снизу. Левая стопа на полу, таз справа, колени слева. Расслабились. Удьяна банка после выдоха. Дышим животом. Поменяли ножки. Расплели. Заплели в другую сторону. Таз левее, колени вправо. Ладошка по желанию сверху вправо. Дышим животом глубоко, длинно. Хорошо, расплели. Теперь закрытая шавасана, ножки вот так перекрестили, ручки на животе. 9 втягиваний живота. 9 вдох, выдох, тянули живот. Толкнули живот вверх, вдох, выдох. Да, выдох, тянули. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Прижимаем пупок к спине. Семь. Восемь. Девять. Ноги, руки расплели и выдохнули все. Расслабились.
Хорошо, шевелим пальцами рук, ног. Можно поджать коленочки, покрутить тазом. Покрутить тазом, руки на затылочке и приподнять, если голову, то можно покрутиться вообще. Вот таз копчиком покручивать. Хорошо, и садимся. Шавасане мы учимся не делать или делать ничего. Ничего не делать. Не контролировать ни свой ум, ни, вернее, не слушать ум, не контролировать там дыхание, тело свое. Мы просто лежим. Это хороший тренажер. Тоже волшебное, одно из таких целительных упражнений. Можно несколько раз в день, если есть где полежать, лечь на твердой поверхности и почувствовать себя. Минута, 10, 20, сколько есть, хоть минута. Это будет хороший эффект. Давайте улыбнемся, почувствуем свое тело, почувствуем свое пространство. Определите свой психический статус сейчас. Как мне сейчас? Как я себя чувствую? Какие ощущения? Ясность, легкость, вялость, тяжесть, разрозненность, разбросанность, собранность, туман, солнце. Тишина, баланс. Ладошки перед грудью. Благодарим себя за то, что мы есть. Благодарим пространство наше. Благодарим возможность заниматься. Вот так, не выходя из дома. И желаем, давайте пошлем энергию, пошлем наши пожелания, счастья и избавления от страданий всем живым существам. Давайте посвящать практику целиком или часть практики всем живым существам. Во благо всех живых существ. Все. Хариум. И поблагодарите всех учителей своих, всех учителей, которые в йоге есть, в медитации, ну, всех учителей практиков за такую чудесную возможность заниматься нам сейчас с вами. Все, пока. Хорошего дня. Пишите ваши мнения, пожелания и ощущения. Да, поставьте, да, кто позанимался, увижу ваши лица. Денис, Татьяна, Алина, хотя бы так не вижу, что там не прочитать. Наталья, Алекс, Света. Все, пока.